Уход голливудских фильмов с афиш российских кинотеатров поставил отрасль на грань выживания. Крупнейшие киностудии ушли из России, прекратили поставку кинематографических новинок на российские экраны. Как это отразилось на главном кинотеатре Каспийска, Москва, ответил администратор Саид Кирипханов. В условиях санкций работа кинотеатра практически не изменилась. Работаем также с кинокомпаниями, как и прежде. Но единственное, из-за санкций мы перестали получать голливудские фильмы от крупных кинокомпаний. Чтобы поддержать киносети, российские кинокомпании «Наше кино» и «Мельница» ранее заявили о повторном выходе в прокат своих картин «Брат», «Брат 2», «Салют 7», мультфильмы «Три богатыря», «Иван-царевич» и «Серый волк» и другие. На данный момент пока нет информации, так как все кинокомпании крупные, которые приостановили свою работу в нашей стране, ждут окончания спецоперации. Но так как об этом никто не знает, и некоторые компании уже начали сворачивать свои офисы. И, к сожалению, скорее всего, это вернется надолго. Сколько ждать, пока неизвестно, а кинотеатр продолжает работать в прежнем режиме для каспичан и гостей города.